Две юные спортсменки из Хакасии будут представлять республику на первенстве России по настольному теннису. Сегодня в Абакане завершились масштабные отборочные соревнования Сибирского федерального округа. Почти 300 юных теннисистов в возрасте до 13 лет в течение нескольких дней боролись за право лидерства в Сибири. Сегодня у игровых столов собрались только сильнейшие спортсмены. Им предстояло не просто завоевать медали в собственную спортивную копилку, но и получить путевки на первенство России по настольному теннису, которое состоится в мае в Чебоксарах. Поехать из Сибири сможет только 8 теннисистов, 5 девочек и 3 мальчика. В сборную округа войдут и 2 спортсменки из Хакасии. Бронзовая призерка Оксана Юношева и занявшая 5-е место в турнире Анастасия Кременецкая.